Участок, огражденный забором на Красноармейской, 116, частная собственность застройщика. В середине 2000-х на территории начали возводить многоэтажку, несмотря на то, что здесь разрешено жилое помещение не выше 4 этажей. Жители окрестных домов начали борьбу. Выяснили, разрешения на строительство у бизнесменов нет. Сейчас в тонкостях дела разбирается суд. Этот объект лишен вообще любой придомовой территории. И он садится на наши, на старые, на изношенные коммунальные сети. И я выражаю мнение не только группы товарищей, а всего нашего дома. Сегодня в Самаре больше 13 адресов, где застройщики уже строят или планируют возвести объекты. Это и жилые дома, и кафе, и строения неизвестной направленности. Каким-то есть вопросы, какие-то являются абсолютно законными. Добросовестным бизнесменам палки в колеса вставлять не будут. Новые многоэтажные здания строятся в густо заселенных кварталах, в непосредственной близости уже к жилым домам. И ситуация усугубляется тем, что уже застроенные многоквартирными домами территории, существующей коммунальной, бытовой инфраструктурой, не в силах обслуживать еще несколько сотен новых жильцов. Депутаты решили, что каждый из них отработает вопросы по округам с профильным департаментом строительства и архитектуры. Наиболее проблемные точки вынесут на отдельные совместные совещания. Марьяна Мирная, Алексей Золотенков. События.